версия вон, потому что у него после ДТП не держится. Да. Куда, девчонка? Что, у него перелом позвоночника с разрывом спинного мозга. Приветствую всех друзей и подписчиков канала Амстав Берта. Сегодня пошли гулять с супругой и с пацаном со старшим. Бертуха. Меня не надо снимать. Бертуха вот у нас нагуляет. Берта уже сегодня встретилась с Лайкой. Вот. Сейчас даже дальше пошли гулять. Погода сегодня, конечно, теплая, но тем не менее снег идет. Ну, прикольно, в принципе, достаточно тепло. Бертуха у нас вон бегантина устраивает. Так, машина едет сзади. Идем сюда, Берт. Спрячемся подальше от машины. Они нам сейчас ни к чему. Молодец, пойдем. О, Берта. Как по Пикадилли гуляет. Сегодня делал ей такой ошейник с шипами, решил. Думаю, тепло, так что от металла не будет идти холод. Нормально. Да, Бертоня? Ну куда ты в снег-то пошла? Самый-самый снег. Надо ей поправить. Или, в принципе, нормально идет. Все хорошо. Да, Бертоня. Нам бы на тротуар может выйти или что, по дороге пойдем? Не знаю, чтобы машины, главное, не ехали. Уже, ребят, начинает темнеть. Время 2:00 дня. Ну ничего, я думаю, что будет все хорошо видно. Снежок вот только идет прямо в лицо. Это не очень комфортно, конечно, но тем не менее. Я думаю, мы погуляем сегодня неплохо. Пошли, 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 Берт. У нас сегодня целая делегация. Большая компания сегодня с нами гуляет. Это круто. Присоединяйтесь к нашим прогулкам, товарищи. Будем рады всех видеть. Пошли, Берт. О, печеньки, печеньки поглощают. О, Бертунь с удовольствием. А ты что, снежки-то будешь кидать, Берти? Когда печеньки покушаешь? Хорошо. Пачку печенья умолола. Вот так вот. Может, хватит уже подкармливать, а потом ей лень станет гулять. Наест-то сейчас печенье. Домой зайдет, нормально покушает. Пошли, Бертунь. Ну ты умничал наш. Умница. Да. Хорошая девочка. Пошли гулять. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Ну, вот такие вот у нас прогулки. Стараемся каждый день выйти, но бывает, что погода не позволяет. Либо очень холодно, либо вот как сегодня снег идет, и еще холодно к тому же. Сегодня хоть тепло. Это радует. Да, Берта. Ребят, в носочках, в пинетках, у старшего сына, бывших, когда был маленьким. Ну что, снежки-то будешь лепить? Нет, мужчина. Покажи мне хоть, как это делается. Но. О, все, уронил снег. Я не знаю. Ну, пошли. Стой, машина едет. Бертон, иди сюда. А? Здравствуй. Ну. Да, да. Я от начала все Да? Я же не знала, да. А-а-а. В носочках. Угу. Потому что у нее ноги дрожат. Дрожат, не мерзнут. Нравится гулять, да? Конечно. Радуется, да? Да, конечно. Ну так ты кидай ей к морде, к мордочке ей кидай ее. Ну да, просит. Просит, да, снег. Берта, сейчас простынешь. Простынешь. Иди сюда. Иди сюда. Давай, сюда, сюда, сюда. Выйди. Вон, ну-ка на, подержи. Передний
лапы почему не на носках? А, не, она не может вообще. Слетят. Сколько времени прошло с момента аварии? 2 года. Ну, да? не 2, еще меньше чуть-чуть. Делаем массаж. Ничего, молодцы. Восстановительные процедуры. Ага, на море возили, да? Да. Сейчас еще поедет. На море что, плавала? Да. А там же есть? Там же это ну да, и легче. А там, грубо говоря, ну, как бы, полноценно, в принципе. Просит, просит, да, она очень любит эту штуку. Ребят, что я нашел в кармане, вы не поверите. Смотри, Берта. О, как Берта гоняет. О, с удовольствием бежит. Да вон тут. Вон он. Вот тут. Нету там, нету. Сюда ты не забежишь. Берта. Вон. Здесь. Сюда иди, сюда. Вон. Без проблем. Вот так мы регулярно играемся с Бертухой. Она устала, уже долго гуляем. Да? Стой. Далеко не убегай. Машина может пойти. Сюда, вот сюда. Так, стоять. У нас технические трудности. Сейчас исправим. Это, друзья, у Берт самая любимая игрушка. Да. За ней она может бегать сколько угодно. Не жалея лап и хвоста. Все, пошли. Вот так вот. Раз и все, побежали. Вот так вот, Берт. Загнали Берту. Дай лазю. Иди сюда. Дай лазю. Вон туда ее води. Дай лазю. Это целая компания с собой собралась. Дима, а на площадках я догони ее. Дима, подальше. Нашли меня дети, в общем, все. Атакуют. Папа, я хочу лазить. Ну, сейчас Дима тебе даст. Ну все, давай обратно пошли. Пойдем обратно. Мне лазить надо. Ну дай Марку лазер. Пойдем сюда, туда направляй лазер. Ты что в землю-то светишь? Ты перед Бертой свети. Перед Бертой. Вот Димон нормально светил. Вот. Ну что, светить-то будешь, нет? Буду. Так свети. Пошли. Там собаки памперсы. Ну конечно, она же писается. Она же ранена, Димон. Друзья, мои спутники замерзли уже и отправились домой. А мы продолжаем с Бертой осуществлять прогулку. Да, Бертунь? Мы-то еще не замерзли. Да, девчонка? Что? Или ты тоже уже замерзла? Тоже хочешь домой?
Марик тоже побежал в сторону дома. Мама говорит, пойдем. Я, говорит, уже хочу, говорит, кушать. Так что отправились они домой греться, кушать. А мы еще немножко продолжаем гулять. Но тоже уже скоро, товарищи, будем заходить. Ну, друзья, с вами был канал Амстав Берта. Меня зовут Евгений. Это наш Бертуха. Мы, в принципе, уже устали. Идет снег еще достаточно. Погода такая интересная. Вроде бы тепло, но в то же время и снегопад активный идет. Поэтому будем закругляться на сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Все будем, все интересно, читаем, пишем. Всем пока, всех обнял.